На расширенном совещании главы Одинцовского городского округа Андрея Иванова обсудили активность жителей в социальных сетях. Возмущение пользователей вызвала ситуация с поздним приездом карет скорой помощи. Из-за загруженности в период новогодних праздников пациент из Гарь-Покровского ожидал приезда машины с медицинской бригадой более 9 часов. В ближайшие дни будет проведено совещание с руководством скорой помощи для выявления причин, а также предотвращения таких ситуаций в дальнейшем. Руководитель муниципалитета поручил профильному заместителю подготовить доклад, чтобы подробно разобрать проблемы на следующем совещании.